Экономика, культура, городское пространство, молодежная политика, наука и общественно-политическая секция. По этим направлениям работали участники форума молодежных инициатив, который прошел в молодежном центре. Формат мероприятия предполагал случайное разделение участников по секциям. Перед ними стояла задача выявить актуальные для города проблемы в конкретной сфере и найти пути их решения. Возможно, кто-то уже пришел с какими-то наработками, но я так думаю, что сегодня будет определенные кейсы, которые можно будет решить, и вот какое-то сгенерировать какую-то такую новую идею, которая придется всем по душе и получит восторженные отзывы о том, что да, в Сарове надо такое. Почему решил принять участие здесь? Ну, во-первых, это знакомство новое для себя открываю, большие знания, ну, надеюсь, что получу здесь. Вот. Пока мы сюда вот пришли, очень радует атмосфера, все улыбаются, как бы знакомятся, атмосфера очень доброжелательная. Организовала мероприятие молодежная палата при городской думе города Сарова. В форуме приняло участие около 60 саровчан в возрасте от 16 до 35 лет. Некоторые участники секции даже были незнакомы друг с другом. Однако неловкость в общении быстро сменили бурные дискуссии и обсуждение актуальных городских проблем. Направляли и давали советы участникам приглашенные эксперты. На форум также пригласили председателя молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области Артема Савина. Саров – это, наверное, такой город тайн. С одной стороны, это тайны научные, с другой стороны, это тайна национальной безопасности. Но в то же время это и город прорывных открытий, город невероятных мыслей. Поэтому я бы очень сильно хотел, чтобы те молодежные инициативы, которые мы будем обсуждать, они действительно были прорывными, как и полагается, в Саровской земле. Я уверен, что как бы то ни было, но результат сегодня будет положительный. Хотя бы потому, что вы не просто придете и чем-то поделитесь, вы поработаете вместе и познакомитесь. Чем больше таких площадок для пересечения разной молодежи, которые сегодня есть в городе, у нас будет, тем будет лучше. В результате мозгового штурма и бурных обсуждений команды представили 6 проектов. Лучшие из них выбирали голосованием. Победила секция «Экономика, промышленность и предпринимательство», презентовавшая проект «Алые паруса Сарова». Его реализуют с помощью молодежной палаты. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.